Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в Enlist. Небольшое тут обновление, что-то они тут подправили, сделали, но самое интересное, что меня здесь интересует, то что... Сделали... Знаете что? Теперь на захват и уничтожение каждой точки или зоны в режиме вторжения, уничтожения, штурма отводится 25 минут, в режиме сопротивления 45 минут. Если за это время атакующая сторона не продвинулась, то ей засчитывается поражение. Это изменение снизит число затяжных сражений и сбалансирует среднее время боя для защитников и атакующих. То есть, чтобы бои не затягивали, допустим, в режим там вторжения, да, захват точки. Вот, 25 минут на захват одной точки. Если не смогли захватить одну хотя бы точку, то все. Как бы жопа. Вот. Давай сегодня поиграем в Нормандию. Не знаю, почему-то охота опять в Нормандию. Охота опять поиграть в Нормандию. Не знаю, почему. Вот. В общем, это хорошее нововведение, потому что есть ребята, кто специально затягивает геймплей. Чисто почему? Потому что настреливают киллы. Потому что за большое количество киллов дают опыт. Вот. Из-за этого затягивают специально. А теперь так не получится. За 25 минут не успели захватить точку. Все, давайте, до свидания. А это, кстати говоря, что за... Точка. Что за карта? Я что-то провафлил. Это какая-то новая, да? Мы, кстати говоря, должны захватывать. Это какая-то новая. Смотри, здесь какой-то подземный ход. Это какая-то новая карта? Или что? Я тут не был. Надо будет потом на монтаже посмотреть, как она называется-то. Ну, здесь, конечно же, они не пишут. Здесь нигде не написано, как карта называется. И здесь не написано, конечно. Зачем? А зачем писать где-то, как карта называется? Да, вон сверху время пошло. 25 минут у нас на захват точки. У нас 25 минут на захват точки. Так. А, это вокзал этот, наверное, да? Вокзал. Все, я понял теперь, что это. Восемьдесят два, ну-ка. Туда сейчас обстрел дадим. Там стреляют по нам справа. Я это вижу. Если что... Это что, если что, я вижу? Я там понакрывал всех, короче. Всех, кого можно, понакрывал. Вроде у нас опять читер играет, да? Ох ж эти читеры, ох эти читерюги. Ну, господи, эти изгибашники, блин, вот эти вот... вот эти вот. Я и пал, мы выигрывать-то будем сегодня, пацаны? Пацаны, на точку-то пойдем, нет? Блин, отвлек меня флексик. Маслом не накормил даже. Ой. А что такое? Что как сейчас что-то бомбит? Что такое? Что происходит? Что как часто это хреначит? Чё как часто мне это хреначит? Так не должно быть. А где этот флексик, который вправо-влево там все делает? Пометил. Граната. Гранатен. Гранатен, так. Чекаем, чекаем лицом. Там же больше чекать нечем. Кто-то гранату даже такую кинул. Какие-то ракеты. Какие-то ракеты, какие-то пулеметы пошли. Давай поближе. Давай, давай, пацаны, пацаны, давайте. Чуть-чуть осталось. Мы должны выиграть. Мы должны выиграть, мы должны победить.
Давай, давай, мужики, давай вперед. А, это кто? Это наш. Понял. Да господи, вы меня затрахали, если честно. Ну это нормально, как бы, то, что он прострелил, как бы, через стену, как бы. Да, это совершенно нормально. Это же игра. И это в игре нормально. А как он так меня прошивает? Он просто прошивает здание или что происходит? Что за хрень? Он просто стоит в серой своей зоне сраной, которую надо бы уже давно разработчикам пофиксить. Да что за херня? Которую уже давно надо пофиксить. Ты будешь отрабатывать, нет? Где он там? Давайте я вам помечу, раз вы, блядь, не видите. О, господи. Где-то там танк, короче, пацаны. Где-то там танк, давайте атакуйте. Кто такое? Кто? Да, блять, да заебали своими ракетами. Дым. Кто? Найду, блять, убью. А, вон петух, понял. Вон петушара стоит. Понял, понял, понял. Петушок найден. Сейчас будем решать с ним вопрос. Ах, да он там целый курятник у них, блять. А, это Патрик. Ну, вот это вот, который влево-вправо. Ну, он реально Патрик полный. Кстати говоря, зря он себя Патриком назвал. У нас лично Патриками называют других людей. Патриками у нас называют других людей. На, нахуй, докатался, пидор. Ой, извините, ребят, нельзя же ругаться, да? О, господи, этот, блядь, искривляшкин, ёбаный Патрик, как же ты меня, сука, бесишь, блядь. Как же ты меня, петух, бесишь, я не знаю, почему он меня бесит. Ну как, понятно, почему он меня бесит? Искривляшкин сраный, блядь. На, нахуй, нагнулся, блядь. Ёбаный Патрик, блядь, где твой губка Боб, ёбаный, о, блядь. Куски твоего мяса остались где-то здесь. Заебали эти киберкотлеты ебаные. Вот этот... А, я из угла, а? Пришли, блядь, пабгеры ебаные. Проебал, Патрик, ту точку-то. Ой, да, у меня бомбит. О, стоит этот Патрик. На, на. Да, это Патрик, блядь. Это говноед Патрик. Ох, что тут, блядь, Патрик. На хуй с него поделаешь. Это Патрик, ребят. Знакомьтесь. Надеюсь, уйдут? Уйдут туда, куда надо, у меня минута. И чуть подальше. Не знаю, куда там уходит. В общем, куда-то, видимо, в молоко. О, сейчас под артобстрел попаду. Кай новый этот у них стоит, 48 киллов сделал. Но он, блядь, стоит в серой зоне и херачит по нам. Но это надо фиксить разработчикам. Ну это хуйня какая-то, честно. Кай Нона этот. 48 киллов, танкист ебаный. Ей-богу. Хуйня какая-то. Давай попробуем его, блядь, выследить, этого петушка. Он где-то там на серой зоне на своей стоит. Мне кажется, у него подруб какой-то. У этого Кайнова.
Не в том плане, то что он на танке стоит, такое ощущение, как будто у него ВХ. То есть он все везде видит. Он сам встал и стоит на одном месте и вообще не парится. Блять, жопа толстая. Не влажу. Ну, чуть вправо-то возьми. Слышу где-то щелчки. Так, у меня, вероятно, все уже пометили. Так как по мне сейчас пулька прилетела. Откуда, блядь? Охуенно. Я понял. Я слышал, что слева, да, кто-то где-то херачит. Блядь, это там Патрик, что ли, ебаный? Ага, вот пометка, да. Ну, поздно я его, к сожалению, увидел. Да, это Кайнона, блядь, этот ебаный. Это сучий сын. Трахните его, чтобы, блядь, ему мало не казалось. Без вазелина только. На, нахуй. Патрик, блядь. Они вместе. Патрик и Кайнона, они вместе играют. Они потому что вместе ошиваются. Наконец-то эту петушка тоже трахнули. Он 50 киллов сделал. Он просто стоял в серой зоне, блядь, настреливал. Опять же, почему это происходит? Потому что основное количество опыта идет именно за киллы. Именно за киллы. Не за победу, не за удержание точки. Именно за киллы. Охуенно, у меня стол, стреляю пластиковой пулькой. Нахуй Патрик пошел сраный, блядь. Нужны нам здесь Патрики ваши сраные. Всех расстрелял. Молодец, красава. Вот. Опять по вам стоит серый зон и стреляет. Радио эту сломали, нахуй. Опять, по-моему, где-то стоит и сел. Да, вон опять. Вон опять чувак поехал. И бомба, конечно же, не взяла его. Че тебе, блядь, здесь надо? Уйди нахуй, Патрик сраный. Да, это опять этот, да, хуй. Сейчас посмотрим. Непонятно пока. А, все, в Нормандию больше не ходим, меня бомбит от Нормандии. Не, когда вся команда тащит, это нормально. Но когда вот два петушка заходят каких-то киберспортивных якобы, то это ненормально. Не, конечно, да, у нас бой более равный, по киллам более-менее равный. Мне знаете, что не нравится? То, что всякие козлы стоят в серых зонах и настреливают. Потому что первых своих 50 киллов Кайнона сделал именно стоя где правильно? В серой зоне. А я сейчас получу пулю в голову. На гранатку. Ни хрена себе, мой кого-то ножом зарезал. А кто моего? А, вот здесь вот чувака этого зарезали ножом. Ни хрена себе, он меня прикрыл. О, господи. Верховые орлы, блядь. На, нахуй. Кто там? А, Шан какой-то. Какой-то Шан.
Верховые орлы. А, господи. Как вы, блядь, видите, где враг? Объясните мне. Как вы видите, где находится враг? Я когда на самолете летаю, я нихера никого не вижу. Читеры не меньше. Вон там, вон сидит. Его трахнули? Так, сто... Сколько там, я не вижу, господи, 134. Давай 140. Немножко наперед, чтобы подходы им сбить. Прям плотным огнем. Всяких патриков. О, Патрика накрыл. Патрик, блядь. Ух ж этот Патрик, блядь. Так. Так. Кого там еще? Патрика еще одного. Так, все, пошли мужики в бой. Так, ну-ка, подожди-ка. Убежали. Ох, наш десантник, ох, не успел. Эх, не успел. Раскрыть парашют, жалко пацана. Ну, самолет у него полетел куда-то туда. И враг летит за ним, думает, что там кто-то едет. Красава. А где враг-то? Да господи, Патрик, ты меня затрахал, слышь. Патрик, блядь. Сраный. На нахер. Это Патрик. О, господи, блядь, ёбаные киберкотлеты, блядь. Да иди ты нахуй. Извините меня. Чё у тебя в руках? Да пошел ты нахуй, GGLT, блядь. Сейчас, сейчас поиграем, сейчас, подожди. Засели, кемпедристы сраные. Сейчас тебе будет GG. Давай, иди сюда, блядь. Петушок, где ты там? На нахуй. На нахуй. Твое законное место, блядь. Возле параши. Еще давай, своих друзей. Ты же там не один. О, бежит. Сука. А почему пульт не долетает? А как так, блядь? Он что, заговоренный, что ли? Я чуть не понял. О, Кайнона опять из пулемета херачит всех. Давай еще. Я знаю, у тебя там их много. Че со стрельбой сделали? Стрельба вообще какая-то стала кривая. Раньше было лучше, ребят. Давай, у тебя там еще же есть. Нету, закончились. Точно? Ну, я надеюсь. Снайперская дуэль, то он проигрывает. У нас там есть самолет-то? Кому забрать? Кому за 300? Забрать, видимо, нету, да? Так, где точка-то? Угу. Так. Знаете что? Я думаю. Блять, все равно там сидят на этой вышке, суки. Все равно там сидят. На этой сраной вышке. Как они заебали. Вышка дрочера. Все, трахнули его. И это что такое?
Это кто, блядь? О, господи. А, можно попробовать по правому боку подойти и долбануть его. Наши, потому что танки не смогут. У меня тем более танк в откате. Я проиграл, так сказать, танковую дуэль. Вот. На нахуй. Только почему-то я не пробиваю. А как ты, блядь, так че... Слышь? Черемша ебаная. На нахуй. Как-то он так сюда стрельнул что-то. А я БК-то буду взрывать ему или нет? Блядь. Все, взорвали, слава богу. Без моей помощи бы не справились. Там где-то еще, по-моему, один. Я просто здесь ни хера не понимаю. По-моему, где-то еще один. Так. А, я тут бегаю кругами, как дурак. Кидаем дым. Так, наш пока захватывают. Кто здесь? Кто здесь? Дома никого нету. Патрик? Ты? Молодцы, красавцы. Я пока отвлекал их дымом. Патрик, ты? Нет. Кайноя какой-то. Кусок говнеца со своим отрядом. Ну да, я его легко перебил, конечно же. Почему? Потому что танкист он охуенный, а вот игрок на пушках он говно. А мы тут, блядь, стреляем из пушек, понимаете? Ну, из оружия. Вот, а так он говно. Вот такие вот неудачники, к сожалению. Танкист, иди в War Thunder играй. Херлик сюда пришел. На танках герои, блядь, а так нихуя не могут. Нари, блядь, сраный. О, опять танк. По-любому опять Кайной, да, этот ебаный сел. У меня один какой-то мат перемат. А что, бесит, блин, ну реально. Сидят там в серых зонах где-то на своих танках, на хренанках. Последняя точка, в принципе, захват можно осуществить. Но, сука, далековато. О, жопа подгорела, у кого там? А, это Алтаир какой-то. А, Альтаир, Алтаир. Альтаир, ассасина нагнули. Ну, ассасин, тебе здесь не место. Хуль ты здесь делаешь? Ассасинам здесь не место. Ассасин, иди туда, в этот. Туда, туда, откуда надо. Ассасинам здесь не место. Так. Так, давай-ка мы своих немножко попробуем прикрыть. 77-90, да? Ну где-то вот оттуда они типа идут. Ну, кого-то накрываем. Хорош. Давай еще немножечко, чтобы их немножко попугать, знаете, так сказать. Пускай немножко пообсираются. О! Прям на точку сейчас дадим немножко. Берем точку, пацаны. Прикрываю. Нормально, нагибай. Хоро... О, блядь. Как это, блядь, мне этот Дефокс заебал, честно, тоже. Летчик, блядь, иди в... летай на самолетах в War Thunder, блядь. Кули вы сюда приходите? Сидят, блядь, на одной технике только. Руки из пизды растут, стрелять не умеют, пришли, блядь. Ну я хотя буду тогда на самолетике летать и нагибать. Потому что я же дно.
Я же дно, я буду хотя бы на самолетике нагибать. Мне, кстати говоря, замерзли руки. Если что. Я хреново стреляю за это. Да, именно. Почему я хреново стреляю? Оппозицион. Де Фокс, чтоб тебя раки ебали. Без смазки. Прям без смазки. Дефон. Честно. О! Кайно у нас, 75-я пушка, опять на танке сидит. Танкист от бога, блядь. Танкист, блядь, просто от бога. Пойдемте его трахнем. Попробуем трахнуть Кайона. Это что, блядь? Это что за барбекю? Ходячая, блядь. Ты куда нахуй? Барбекюшник ходячий. Эй, его трахнули, да, блин. Уже трахнули. Не успел. Хотел тоже поучаствовать немножко в орге. Чё, где бегают? Чё, где бегают, непонятно. Захватываем потихонечку. Ой. Все кнопки путают. То там в одной игре на C ложишься, второй, блядь, на X, в шестой за луку какую-то надо нажать. Да-да-да, побегай. Заебали вы меня. Как мыши повылазили за всех углов. Держи, пацаны, блядь, строй! Держи точку, блядь! Давай, пацаны, практически! Победа за нами! Пошли они все нахуй. Все нормально. Нехуй сидеть было в серых зонах, всякой хуйней страдать. Это относится к Кайнове и к Патрику ебаному. Вот, к ним вот, к ним относится. Надо воевать, а не хуйней страдать. Вот так вот. А, пропускаем, бомбанул мне что-то. Водочка с нами играл, но он дисконнектнулся, кстати говоря. Видимо, пошел дальше своими делами заниматься. Водочка. Вот. Вот такой вот, ребят, серия. А. Вот, пожалуйста, за отличную игру классом пилот-истребитель. Де Фокс. Сидел тупо всю игру на самолете. Пожалуйста. Этот сидел на танках всю серию. Один летчик у них залетчик, другой Кайнон сидел на танке. Весело! Вообще веселуха. Ужас. Вот, больше не пойдем. В Нормандию пошли они все в жопу. Пойдем в куда? Правильно, в Москву. Но это уже в следующей серии. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.